Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 26 июня 2018 года, последний вторник месяца. Я нахожусь, сами видите, где, да, Артема 5, но это на самом деле не Артема, а Петлюры 5. Значит, сегодня здесь должна принимать Балашова Лилиана Ивановна, депутат городского совета. Информация мной взята с сайта городского совета, с официального сайта, и также перепроверена на планшете в здании горсовета. То есть эта информация правдивая. Я прошелся по кругу вокруг этого здания, но я не нашел, где приемная депутата, поэтому сейчас будем звонить. Она здесь еще раз принимает с 14 до 16, последний вторник. Сегодня 26 июня 2018 года, время 14 часов 41 минута. То есть прием уже идет, как бы. Сейчас, секундочку. Набираем номер. Я буду дублировать, чтобы не говорили, что я обманываю там или еще что-то. Итак, 067, 067. Этот номер телефона, опять же, на сайте и на планшете в горсовете. 542. 66. 70. Набираем. Вот так. Номер, смотрите, я не вру. В очередной раз я вижу нарушение. Нарушение прав избирателя, если кто-то захочет поговорить с Балашовой Лилианой Ивановной. Вы не сможете этого сделать, вы не найдете ни приемную, ни дозвонитесь по телефону. Ну, всем хорошего настроения, но это очень плохо. И с хорошим настроением в таком цвете очень тяжело ходить. Хочу обратиться к депутату, не обращусь, потому что у меня нет возможности. Пока-пока.